Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дима. И сегодня я вам покажу, как скачать карты или аддоны для Майнкрафта. В общем, это нужно скачать такое приложение для айфонов. Это аддон, вот как у меня вот здесь, вот это вот приложение. А для андроидов это MCP World. Вот смотрите, у вас тут карты какие-нибудь разные, карты, даже есть моды. Вот, например, вот эта вот карта, первая самая мне понравилась. Я хочу ее скачать, вот смотрите, какая она красивая. Если вы хотите такую же, то качайте это приложение на iPhone, на Android. Вот давно, вот, и... Подождите, дайте я загружу. Сейчас, вот так вот, нет, не получается. Сейчас, вот, все, и у вас идет вот это вот... По кругу. Вот, вы можете просто даже выйти из приложения, все равно она у вас будет качаться. Вот, давайте я сейчас остановлю запись, и когда она уже дойдет до конца, я включу. Ну вот, ребята, у меня загрузилось, и вы нажимаете скопировать в Майнкрафт. Так, вот, все нажимаем, загружается Майнкрафт. Ой, у меня приложение вылетело. Но вы не расстраивайтесь, можно вот так вот инсталл просто и все. Еще раз, просто если у вас вылетело, ну, как у меня сейчас, то вы можете просто нажать инсталл, зайти в приложение и нажать инсталл, и все, и у вас загрузится, и не знаю, вот там... Вот, это, подождите, ребят, у меня другое, это я другое скачивал. Блин, надо убрать это, Отмена. Все, не надо уйти. Видите, как это убрать? Настройки. Глобальные ресурсы. И это надо убрать, потому что это мешатель. Вот. Извините, что у меня это все. Так, играть. И у вас тут вот мир должен появиться вот это вот. Вот, Ocean Rufts. Вы заходите сюда. Вот у вас даже такое оранжевенькое. Создание мира. Ну, в общем, время занимает, ну и все. Во, ё-моё. Welcome to the Ocean Rufts, creator by Marmote Napad. В общем, здесь все на английском, ребят. Тут везде просто на английском. Так, вот давайте заходим сюда. И нажимаем на сюда, да? Вот. И информацию вот. Читает, ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, все, убираем. Так. Ой, я и прыгаю еще высоко. Вау. Ну вот, смотрите, просто красота. Можно даже сейчас настройки, не знаю, творческий режим. Игра. Подождите, а тут творческий режим нельзя включить? Не, мне кажется, нельзя. Ну все, в общем, просто это, вот эта вот штучка. Это так красиво, типа, как в Японии или как в Китае, я не знаю. В общем, ребят, вот такой вот способ, как это... Дело, смотрите, даже паркур есть. Так, не знаю, на кнопочку нажимаю. У-ху! Бум! Смотрите, это просто... Ой. Так, еще раз. Уи, вот так летишь, и пи. Здесь там сундучок. Я умер. Я упал с высокого места. В общем, ребят, вот так вот надо это делается. Если вам понравился этот видеоролик, и вы хотите еще, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите комментарий. Панда! И подписывайтесь на канал, пишите комментарий. На всем хорошего настроения. Всем пока и удачи!